Quisiera saber por qué se fue. Меня зовут Надежда. Я из поселка Сургута. Выросла, родилась здесь. Потом уехала в Самару, там училась. 2 года назад, я всего лишь 2 месяца, позанималась вот танцами сальса, бачата. Мне так это понравилось. Сама вот атмосфера, общение между людьми очень приятное. Вот, а потом вернулась сюда и решила вот это вот все, что там было, здесь как-то попробовать воплотить, сделать.